Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Что там? Есть человек? Выруби, выруби. А? Да нет. Да, я зайду. Кто там был? Прямой эфир. Здравствуйте, здравствуйте, лонгслив. Ой, ты мне помахал. Привет, привет, всем привет. Бля, у нас света нету, да, нихуя нормально. Есть. Достать и накрутить, понял? Бля, подержи. Ну подержи. Давай, держи. Привет, привет, всем привет. Да, да. Да, он только понял, это я, им нужен ты. Мне нужен фен. Блять. Ёбаная зубочистка заебал. Да, он только понял, это я. Нужен ты. Я брею твоих кисок, зови меня барбер. Твоя тёлка неподвижно, зову её Барби. Бляда, ты жив, бляда, ты кэп. Салам, брат, ассалам алейкум, брат. Уцишка. Гарик, Василевский, я с Лазиком в кафе. Лазу офишал, здравствуйте, здравствуйте. Официал, официал. Давно не виделись, официал. Очень давно. За культуру. Ебать, за хип-хоп, нахуй. Все уже научились читать Джонни Бой, Окси Каримы и Святы, блядь. А главная личность, блядь. Чё думаешь, я кого-то тут боюсь, братюнь? Нахуй ты мою трансформацию. Блять, ты понял, я два раза подряд ее смотрю. Она потом передается сюда, и опять слышу то, что тут говорят. Ой, сейчас помашем людям. Привет, ребята. Дианочка. Персефона. Персефона, что это? Блять, Лазик, у меня сейчас это крыша поедет. Здорово, братишка. Здорово, братишка, утишка. Эшкере. Эшкере. Фу, ебать, зачем ты меня заставил, блядь, кричать? Грустно присоединилась. К нам... Зарабатывай на Rocks Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Грустно присоединилась. К нам грустно присоединились. Нет, да. Нам не надо присоединяться. Мы помашем ручкой, чтобы никому не было грустно. Да, прикольная хуйня, можно ручкой махать. Кто-то хочет с нами провести или нет. Батл, блядь, когда? Никогда. Никогда. Альбом Тентасиона. Блядь. Да не то, чтобы зашел, но да, нормально. Ну, не как летний его альбом, вот, который 17. То есть там пиздец был альбом, а это, ну, просто такой релизик перевалочный, так сказать. Даже не проходной, перевалочный. А, треки где, бля? Ебать, Соколов, Данил 097. Иди ебать, знаешь, куда, братан? Чё тебе написали? Треки где, бля? В пизде, бля, братан. Чё вы, блядь, такие дураки, нахуй, а? Не хочется на вас наезжать, вы, блядь, ведёте себя, когда он и приходится наезжать. Приезжай в Калининград. Блядь, да меня Сатан Хусейн звал уже 100 раз, блядь, в Калининград. Приезжай, говорит, блядь, запишем. Сатан, запишем привет, альбом. Привет, братан. Привет, бродягам и ворам. Говорит, приезжай, запишем альбом, сделаем, сведем. Я говорю, блядь, да, надо, можно, но не получается. Как жизнь.
Да хорошо все. Заделай тебя то, что Мирон и тебе сказал. Блять, конечно, я вообще такой сижу и типа, блять, слушаю, что про меня кто говорит, а потом обижаюсь. Персефона это супруга Аида, богиня царства мертвых. Привет. А, привет. Спасибо за краткий экскурс. Не, я на самом деле вот этот пантеон весь как бы знаю, блядь, но как бы нихуя не помню. Что не пользуюсь этими знаниями. Как тебе Текаши 6.9? Да мы вот только с Лазиком говорили о нем, типа... Радуга хуева, блядь. Не, ну, блин. Не, ну, как да. Как ты сказал, типа, один-два раза послушал. Один-два раза в машине, да. Чисто, блядь, пофлексить, блядь. Головой, да, потрясти, да. И все. Но не так, чтобы, к примеру, вернуться к этому треку через неделю и послушать его. Ну, если так, чисто рил быть. Так, да, все круто, на скиллзах, да. Все. Но это не то, что можно послушать часто. Когда в дороге едешь, да, заходит. Да, чтобы бодряк такой поймать, проснуться где-то там на дороге, когда засыпаешь. 240 по трассе летишь, когда надо. Так, блядь, с тобой заснешь на дороге, блядь, как уебешь, нахуй. Слышь, я, блядь, за ручки за все хватаюсь, блядь, которые вижу. Че там смотришь? Про Дурова новость. Его посадят, блядь. Новый релиз Жака. Да, слышал, мне не очень понравилось. А, ну... Концерт бы дал, было бы круто. Бля, ну был бы, да, ну. Отрывок трека, да, годнота, братан, мы старались. С кем из рэп-тусовки общаюсь? Блять. С какой, блядь, рэп-тусовки? Че за вопрос, братишка? Как тебе, запятая Моргенштерн? Там не должно быть, во-первых, запятой Климка. Моргенштерн это что такое, бля? Да этот чувак, блядь, с дредами и тремя шестерками, блядь, на брови. Не знаю. Шестерки на брови. Хуй его, забавный. Ну, никнейм оригинальный, вот единственное, что. А так, ну, ничего особенного. Соскучились по тебе уже. Блядь. РНД, бро. Блядь, КРД, бро. Что ты хотел сказать этим? Ты болеешь? Нет, я не болею. Болеешь. Ну как, я не болею, но у меня кое-что болит, блядь. Душа болит. Да. Зайчик, ой, спасибо. Я не знаю насчет концерта в Краснодаре в ближайшее время. Посмотрим. Если что, я объявлю. Нет, мне не хотелось бы на фрешблад. Нахуй мне фрешблад, блядь, братан. Как настроено Киров. Ну, блядь, разъебу ваш город, нахуй, с Саной. Ну, не с Саной, но, блядь. Ну, разъебу. Этот, блядь, все казино взламывает. Главный взломщик казино, блядь, на юге России. Вы меня не видели. Сейчас там верхняя, нижняя сетка, блядь. Смотрим, что творится. Просчитывает. У меня есть специальные коды для взлома казино, схемы определенные, с которыми поднимают бабки. Кому надо, обращайтесь к Кариму в личку, расскажем секрет. Но, естественно, не бесплатно. Да, тысяча за $5. Не, ну 5 000 долларов много. Привет, отличного вечера. Спасибо, Дима Задорин, 1997. Тебе тоже все хорошо. Хотела сказать, тебя ждут в рандом ролик-то. Да я понял, малыш. Ну, типа, не получится, приеду. Я не знаю, когда выйдет батл, он вряд ли вообще выйдет. С кем я? Я с Лазиком, с Лазо. Пусикила. Вы знаете, кто это. Пусикила. У меня лицо опухшее или щечки побольше стали. Да нет, тут цвет такой просто. Нажрался просто ты сейчас, блядь. Да, ну, нормально, с лицом вообще. Ну, плюс я в капюшоне, в кепке. Карим, все попадания. Внутри. Двадцать девять, четырнадцать, одиннадцать. 26 было, потом одна мимо.
8 этих 2 мимо дало. Ебать, сейчас мы нахуй ваше казино ограбим. Роб за казино. Нам нахуй еще, смотри. Опять по верхнюю упало. Ебать. Прочитан нахуй, как инструкция к туалетной бумаге, блядь. Ебаное казино. Лайф-рулет. Suck my dick. Люли слушал. Да, я послушал, я же сказал, но мне не понравилось. Да не знаю, я буду в Ставрополе или нет, ну что ты... Топ-шутка запускаю. Ну что, Василий, что делаешь? Ой, я не знаю. А, у родителей, да, сидишь? Моя схема работает. Вообще. Да, работает. Ну, типа, если что, тебе код придет, и ты скинешь, ты мне код скинешь, я тебе потом это отправлю, понял? Трек с Лазо, нет, мы отдельно. Нет, я тебе отправлю сейчас. Это вчера не отправил, я сейчас я тебе отправлю и потом заведу, понял? СМС-ка можно давай. Бля, ну... Да возьми чуть-чуть, попробуй и все, что-то. Не пойдет, так не пойдет. Ебать, нахуй, сейчас сколько бы я нажил. Да? Да, мы с ним батлили, но это был не принципиальный батл просто. Это вообще, блядь, мой соперник слился. Да, там должен был чувак один с лазиком батлиться, он не смог, не пришел. Текст вообще на другого чувака написан. Да, я вышел, просто один куплет свой зачитал. Так, когда трек? Тогда, когда? Вот когда в Телеграме будет 1000 плюс подписчиков на канале в Телеграме. Отрикс, нижнее подчеркивание, Осборн. Вот будет там 1000 и больше подписчиков, я выпущу трек. Антикайф. Да-да-да. Сын маминой подруги, как дела? Привет, Ванечка, все хорошо, ты как? Мы тебя любим. Я вас тоже, но не всех. Как относишься к Джонни Бою? Никак. Как я к нему должен относиться, я его не знаю. В Муховонск, да, собираюсь. Да. Привет, Ангелина Кимовна. У меня все хорошо, твои дела как? Блять, нет, он не банчит никакими схемами. Мы орем, ты шо? А зачем тебе телега? Ну, блядь, типа я иногда там пишу какие-нибудь длинные посты, там какие-то свои даунские мысли рассказываю, блин. Это удобнее, чем в Твиттере, потому что в Твиттере я вообще как-то этот формат не прикалывает. В телеге поудобнее. Привет. Привет, Балашов 66. А где Гриша? А вон сверху тебя. Отрикс, нижнее подчеркивание, пойдем пить пиво. Блять, пойдем. А где? Я сделал в инсте ссылку на телеграм, блять, в профиле, в шапке. Че там лазу? Ты решил все-таки это? Да, сейчас 3000 кинул. 3000? Ну да. А что, как ты будешь ставить? На несколько? Ну, по той схеме. Ай, блядь, бандит, Лаза. Вы лучше в покер поиграем. Нахуй нужен. Просто... да, Яна, это моя женщина, братан. Что подарил Яне на день рождения. У Яны день рождения 6 июня, братишка. Не знаю. Еще ничего не подарил. Еще, по-моему, за прошлый год ничего не подарил. А, нет, подарил. Расскажи историю какую-нибудь. Короче, история такая. Я за последние 2 недели очень много играл в покер. Но на демках, не на деньги.
Хочу попробовать на денежку. Лазо говорит, что это хуйня. Да, Лазо? Хуйня, там надо долго в это играть. Долго, да. Говорит, надо играть. Легче, говорит, зайти в рулетку. Да. Привет, Глеб Ермаков, КРДС, спасибо. Тебе тоже удачи. А есть вредные привычки? Да, я курю, я пью. Иногда ем всякие таблетки, там, типа, для памяти, для хуямити. Но не для этого я их ем, а чтобы покушаться. Приезжай в Брянск. Да, приеду. В Украину? Я вот не знаю. Блин, меня еще никогда не звали в Украину, если честно. Я не то, что там боюсь, опасаюсь. Но я как-то осторожно отношусь к этой стране, потому что мне бы не хотелось, чтобы... Ну, сейчас как? Сейчас любой артист едет в Украину, да? Его уже на какую-то сторону определяют там. Я не хочу, чтобы меня определяли, потому что я считаю себя аполитичным человеком. И поэтому я обхожу пока что Украину, пока все это имеет такой подтекст. Что думаешь о Кизару? О том, что... Я ничего не думаю про Кизару, я не знаю, что он говорил там про русских. Мне вообще похуй, я не русский. Как я отношусь к выборам? Как тебе сказать? Блядь, посмотрите Дани Кашина последние сторис в инсте, если они еще не исчезли. Блядь, там прикольно, там, в принципе, похоже. А? Все расставил? Ну так, не сильно, но непонятно, где что. Вот, у Дани Кашина примерно в сторис то же самое, что и у меня к выборам. Когда солью трек, который PLC скидывал. А, ну, блин, я не знаю. Мы хотим клип на него сделать, я же говорил. Как поднять бабла? Надо тусоваться с Лазо. Он знает. Как ебать быстро бабла, не знаю. Да. Как я отношусь к выборам, так сказал? Никак, бля, я хотел сходить и проголосовать, блядь, за Собчак. Но я понимаю, что в этой стране, блядь, голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй. Выиграет, блядь, Путин. Хорошо в покер играешь. Я бы не сказал, что я хорошо в покер играю. Я хорошо держу себя в руках. Я не, блядь, ну как, довольно сдержанно ставлю и не кидаюсь, блядь, на каждую пару, блядь, ва-банк. Дианочка Персифона, и тебе спасибо за отзыв, малыш. Так. Блядь, чувак, я уже говорил, я не пойду на афишу, даже если меня позовут. Это во-первых. Во-вторых, Кашин меня звал. Кашин не хозяин, не режиссер, не оператор, блядь, на афише. Он там гость, он просто передал челлендж. Это просто как товарищеский респект. Это не... точная установка на то, чтобы я пришел. Просто типа, ну вот, я бы хотел, чтобы Отрикс пришел. Все. И я туда не пойду, даже если меня позовут, потому что видео такого формата, этот полный долбоебизм. Слушать, блядь, сидеть там каких-нибудь лизеров, фараонов и еще какую-нибудь российскую музыку, блядь, и типа угадывать это все. Да я ебал. Я столько музыки, блядь, на русском не слушаю, нахуй, чтобы там сидеть и вот этой херней заниматься. Мое настоящее отношение к Каштану. Да мне, блядь, похуй, я типа слушал его очень долго, но потом перестал. Я уже рассказывал, что также после того, как я лично его увидел, встретил, ну, как-то прочитал его, он мне не понравился абсолютно. У меня нет сейчас к нему никакого отношения, мне просто похуй, я его не слушаю, и я с ним никогда не общался, не общаюсь.
Чтобы поднять бабла, надо встречаться с создательницей сайтов. Смешно, смешно. Салашко, про тебя тут шутят, смотри. Блин, ну я да, понимаю, что вы меня в Украине ждете, но сама видишь, какие дела происходят. Блин, я очень жду 4-й сезон Рика и Морти, очень сильно. Я обожаю Рика и Морти, это просто лучший сериал, блядь, в мире. Ну, мультсериал. И там были какие-то утки, по-моему, даже на Медузе сливали, что решили не продлевать. Ну, студия Cartoon Network решила не продлевать на 4-й сезон. У меня, блядь, сжалось очко, я побежал чекать, блядь, true, не true. Оказалось, что это фейк был, я успокоился. Ну, я очень жду 4-й сезон. Вот. Попробуй мой ник прочитать, отвечай, язык сломаешь. Джахавахишвили, да? Джава... Дина, ты подъебал. Ну да. Я не кидал часто отсылки на Каштанова. Одна была за все творчество, не знаю. Что ты взял, что я их часто кидал. Мое отношение к его творчеству изменилось, оно мне больше не интересно. Нет, я давно не виделся с Волки Ти, если честно. А чем мне понравился Каштанов как человек? Ну, во-первых, ну, это мое личное мнение. Когда тебе, блядь, 27 лет, вести себя как стеснительный подросток, это не прикольно. Ну, то есть, я себя так не веду уже. На тот момент не вел, это где-то год назад было. И мне это не понравилось. Да, понятно, все мы, блядь, эмо, блядь, и прочая хуйня, но как-то надо же сохранять хоть какое-то лицо, а вести себя как... Ну, типа, сидеть в углу со своей девушкой и ни с кем не разговаривать. Хотя бы из вежливости можно как-то с людьми контакт поддерживать и, в принципе, по-мужски хоть что-то делать. Ну, мне лично не понравилось. Ну, я вот с людьми общаюсь, вот с его ровесником, вот Лозо его ровесник. Если бы Лозо себя так вел, ну, он бы сам себе уебал, наверное. Вот, то есть, ну, так не ведется взрослый человек, каким бы он там ни был, эмо, нытиком, блядь, домино, не домино, какая разница. Вот. Ну, это мои кропоткинские быдлопонятия, я не знаю. О чем эфир? О тебе, Салашко, о тебе, любимая. Фото с Криро хотел бы... Блядь, да, я хотел бы очень сильно фото с Криштиану. Я бы вообще хоть с кем... Хоть с кем-нибудь из Реала хотел бы фотку, потому что там все пиздатые, охуенные. С Асенсио, например, или с Ковачичем хотя бы. Было бы охуенно. Слэм, самый главный, привет. Это как хотел тёлку выебал, но уже неохота. Два раза минимум отсылки были. Ну, блядь, может, два раза. Один, два, три раза. Ну, не так же, блядь, постоянно. Постоянно это, блядь, постоянно, регулярно там. Раз в два трека, блядь. Чё там, Лазик, получается? Да, мимо, да. Бля. Только не это. Не раш. Да, я слышал, что сычуанский соус, походу, будут продавать. По-моему, даже в Макдональдсе.
Как я сам к Кашину отношусь. Да хорошо, он классный чувак, типа, интересный. С ним общались немножечко. Ну, так. Что-то там порофлили, что-то побеседовали. Прикольный парень. Во-первых, я девочка. Бля, ну извини, пожалуйста. Подозрительная сова. Ну да, вот которые короткие выпуски, вот эти там 5-70-минутные, вот они прям пиздец пушка, которые так минут по 20 идут. Они уже такие шляпные, там и юмора меньше, и в принципе сценарная хуета начинается. Так. Когда свадьба с Яной? Блин, я не знаю, скоро уже, наверное. Да, я в курсе, что там повыпиливали какие-то треки из ВК, якобы за авторские права. Ну, не половину, блин, там треков 5, наверное. Да. Так, блин, ну, из-за сэмплов, из-за всей этой хуйни. Еще там один долбоёб, блядь, мои треки за свои выдавал и банил их. Ну, долбоящеры. Я не знаю, блядь, вот это писать в поддержку, они какие-то... Вот тоже, то есть... Чтобы удалить мой трек из ВК, да, это изи, блядь, раз удалили. Чтобы его вернуть туда, я должен написать в поддержку, доказать, что этот трек мой, показать им проект. То есть, ну, блядь, что я должен доказывать, блядь, что мой трек это мой. Ну, типа, пиздец, что за дичь. Я думаю, блядь, мы скоро уйдем нахуй с этого сайта, блядь. С ВК, ну понял, братан, вот удаляют треки, блядь. А, сами? Да. То есть ты какой-нибудь трек мой ищешь, там, Отрикс, блядь, mm-hmm. например. Его хуяк нет в поиске, а, типа, ну, удален... То, что это биты, да, наверное? Да. Ну, типа, блядь, биты, даже если за битом доебаться. Ну, я иногда брал фришки, да? Взял фришку. Блядь, ну, типа, чтобы доказать, что это мой трек, и что я имею право его, ну, блядь, да. распространять, я должен, блядь, идти и искать эти, блядь, проекты свои. Искать, блядь, ебать мозги себе еще. Да. Что ты слил бабло? 5000 пролил. Нахуй людей, пойдем пить пиво. Блядь, Григорий. Григорий. Где Гриша? Да вон он где-то там лазит, блядь, по комментариям. Найди его по песне пива. Что насчет альбома? Ты весна уже. Да, да я, блядь, уже давно выпустил, если бы мне было бы похуй, да? То есть я бы мог там... Что у меня там, не знаю, у меня написано, может, 60, блядь, текстов, из них там что-то уже записано, что-то недоделано, но я мог бы уже давно записать и выпустить, но я не хочу, что мне не похуй, я хочу нормальный альбом сделать. Или микстейп, но тоже хороший. С Навасом, да, я мог сфоткаться, но я проебался. Привет, не дебилка, салам алейкум. Мой трек из последнего видео в инсте, когда выйдет. Когда вот этот человек решит, что мы его можем выпустить. Он хозяин этой песни. Все вопросы сюда. 5000 евро на карточку, мы выпускаем все треки. Все на свете. У нас есть демки Eminem, мы их сольем. Так. Да, я отвечал про заблоченные треки. Я сохраню трансляцию, если вам интересно. А, кто по национальности? Я, блин, угадай. Салам, братан. А, салам, братан. Когда концерт в Красе? Я не знаю. Как только будет, ты узнаешь об этом сам. Здравствуйте. Джоло Ван Сайт, нахуй твой играем. Салам алейкум, братан. Мур Мяу, привет. Привет. Я не знаю, мой батл с РБЛ последний, наверное, выкладывать Антон не станет, потому что, ну, я запоролся, я там пиздец, я все забыл. Это мой косяк. И я не думаю, что его есть смысл выкладывать. Плюс ему не понравилось выступление моего оппонента. То есть... Ну, пиздец. Так, сейчас еще чуть-чуть. Что будем делать? Есть план? Я работаю сегодня. Сейчас сколько время? 18:48. Mm-hmm.
А что ты хотел? Да просто думаю, что делать. Надо в Гулькевич съездить, там табак посмотреть. Давай съездим. Сейчас я буду только сложу. Давай. Так, я пошел. Сохраню вам трансляцию. Смотрели, если вас что-то интересует. Еще увидимся. Целуем.